Эй, всем привет! Вы на канале Джек Роуз. Как и обещал, будет ролик, посвященный не геймплею, да, а использованию амибо фигурки. Вот у меня есть такая замечательная фигурка Линка из игры The Legend of Zelda Twilight Princess. У меня есть молодой Линк. И я использую сейчас Линка в этой игре. Мы к чипу NFC присоединяем нашу фигурку, и фигурка дает нам новый гоночный костюм Ми для нашего Ми-персонажа, костюм Линка. Давайте посмотрим, как это выглядит. Так, вот наш Ми-персонаж. И вот, и на выбор есть костюмы. Есть обычный костюм, есть хайлийский костюм. Выбираем хайлийский костюм. Ну, вот так у нас выглядит... Вот так у нас выглядит наш персонаж в хайлийском костюме. Также, помимо, да, Линка, можно использовать и другие амибо-фигурки. Это основные персонажи Nintendo. Марио, Пич, Йоши, Донки Конг. Капитан Фалкон, Розалина, Варио, Баузер, Тодд, Фокс, Самус, Кирби, Пикмен, Анимал Кроссинг, любой персонаж, Мегамен, Пэкмен, Ёжик Соник и сплатуновские персонажи. Вот такой вот эффект дает нам Линк. В этой игре он приносит только костюм. Какие эффекты в других играх даст фигурка Линка из The Legend of Zelda? Следите за следующими видео. Спасибо за просмотр.